Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Нутроза, и сегодня будем продолжать играть в Granny Pennywise. Это у нас новенький мод на новенькую версию 1.7.3 от романа Флоки. Этот мод модифицировали и выпустили в Google Play, и мы сегодня в него будем играть. Я уже его обозревал. Сегодня мы опять же будем в него играть, продолжать. И я сегодня хочу сбежать на машине от бабули Пеннивайза. Давайте же начинать. Continue. Не знаю, что из этого получится, пройду ли я сегодня или нет. Но попытаться стоит. Так, давайте же начинать. Мы просыпаемся в своей главненькой, любименькой комнатке, которая у нас самая красивая. Я решил именно с Пеннивайзиком, потому что у него такая же машина, как и у Чики. Вообще, сначала хотел Чику снять, но потом вспомнил, что есть Пеннивайзик, потому что про Чику я уже снимал много видосиков, а про Пеннивайзика еще очень мало. Я некоторые моды обозреваю и снимаю про них ролики, потому что обычная Гренни — это очень скучно, мрачненько и не очень так, можно даже сказать, круто. Так, уже батарея есть. Очень классно. Так, сейчас будем тут шуметь по пути. Бам. Чтобы она нам не мешалась. Тут такой темный-темный туннель. Так. Мы сюда. Тут вот у нас такая вот машина, как и в Чикуле бабуле, по-моему, да. Точно такая же машина. Тут аниматроники из ФНАФа. Так, давайте еще машину обшарим, потому что бывает такое, что там спавнится Weapon K. Но нам сегодня не повезло. Так, она где-то здесь была, зато есть газолинчик, который мы пока что сбросим сюда. Бамц. Ничего себе, бесшумно нашумел этой штукой. Вот это прикол. Это реально уже прикол, ребят. Первый раз. Так, тут у нас вот такая вот бабуля Пеннивайзик. Вот она вот такая вот. Мы пока что ее оббегаем. Побыстречку. Давай. Фух ты ж, ё-моё, есть контакт. Так, тут у нас капканчик. Мы его обходим. И закрываем за собой двери. Мы же вежливые люди. Или как? Так, тут у нас что? Тут у нас кусачки. Они нам потом пригодятся, по-моему, да. Что у нас здесь? Здесь у нас пусто. Не знаю, откуда она пойдет. Ох, пача, она оттуда бы пошла. Ну, молодец, бабуля, что я могу сказать? Что я могу сказать, ребята? Гадский капкан. Давай. Ох! Ё-моё. Шумим здесь. Уходим туда. И, собственно, вот такая вот у меня. Тактика. Тихо. Щипчики брошу где-то здесь. Запомним, что там вот. Так, ждем бабулю. Вот она идет. Мы тем временем спрыгнем. За собой двери закроем и потихонечку уйдем. Так, тихо, она там смеется себе, пусть себе и смеется. Тут у нас такой вот, опять же, темненький какой-то уголочек.
Ах ты. Так, тупые коробки. Свеча зажигания. Она нам пригодится. И тоже для машины. Супер. Говорит, я вижу тебя. I see you. Так, свеча зажигания есть. Давайте еще раз нашумим тут газолинчиком. Пусть себе сюда придет, и мы тогда ее сейчас тут обдурим. Эту бабульку. Так. Давай, давай, бабуль, ты че? Так. Ты топаешь там или нет? Топает, топает. Почему это она должна не топать? Давай, топай, бабуль. Ножками своими. Меня она уже заметила. И мы тем временем можем спокойненько подниматься себе, не переживая. Так. Все, она меня потеряла, видите? Круто. Так. И что теперь? Ё-моё, я уже и заблуждал. Давайте-ка сюда еще пойдем. Чё, птички? Птички пульт. Так, тут ничего. Так, шумим. И погнали. Уходим мы пока что по чуть-чуть. Special K. Микроволновки шестерня. Еще что-то там, курок, да? Топает наша бабуля любимая. Ах ты! Поймала. Вот же гадина. Ладненько, ладненько. Твоя взяла. Так. Еще нам надо обшарить весь первый этаж, чтобы было все честно. Не, как всегда. Через попу. Так, бабуля. Сейчас заметит, да? Заметила. Я ее пока что отбегаю и ухожу на третий этаж. Так, хорошо. Сейчас будем активировать паучка. Щипцы у нас... Они вот здесь, но давайте их закинем вот в этот вот туннельчик. И сейчас вот здесь нашумим манекенчиком. В принципе, видно. Так, давай, бабуль, ты топай сюда пока что. Так, я спрыгнул. Она там себе пусть ходит, бродит. А, здесь книга. Вот здесь еще была часть. Да, вот она. От этого. От машины. Походу, меня уже заметила, да? Ну или нет. Шумим. Ух, как я красиво газолинчик кинул. Так, нам еще нужен гаечный ключ. Ну, короче, много еще чего надо, но ладненько, мы справимся, думаю.
Спускается. Да, идет. Она идет у нас. Давай, давай. Заметила. Все, я погнал. Я пока что ухожу на небольшую паузу, можно даже так сказать, для бабули. Так. Здесь только книга. Давайте еще тут проверим. Здесь пусто. Where are you? Я перепрыгну пока что. Так. И пойду сюда. Тут у нас мелончик. Мелончик. Что-то есть в мелончике, нам пишут. Ну, давайте проверим, что это. Это у нас ключ от домика, ребят. Одну шестеренку мы уже где-то видели. Она у нас в микроволновке. Все, бабуля у нас там. Шестеренку сейчас я возьму. Хопача. Так, хорошо. И еще одна шестеренка где-то была. Или ее не было вообще, я вот не знаю. Где может быть шестереночка? Я не знаю. В принципе, вообще без понятия, где может быть шестеренка. Так. Смотрит, оглядывается такая вот бабуля у нас. Ага. Ну и чё? Так, заметила. Шестереночка. Где же она может быть? Ой, не туда, не туда. Так, сейчас я попробую, чтобы она разбила доски. Правда, я что-то сомневаюсь вообще. Но я, по крайней мере, попробую. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Давай, разбей, пожалуйста. Да, разбила, есть. Смотрите на нее, красавица. Разбила доски-то, ты умница, а? Молодец, что сказать. И сейчас все пойдет как по маслу, ребят. Я надеюсь. Опять нашумела, вы посмотрите на нее. Вообще не понимает, что творит. Что творится, люди добрые? Сама доски же раскрушила, но все-таки что-то она. Что-то она все равно сделала не так, да? И сейчас манекенчик. Или нет? Не, манекенчик она обошла, она нормальная, в принципе. Так. Поставила еще там капкан. Ну, думаешь, я отсюда не вылезу, да? Ты глубоко ошибаешься, бабуль. Очень глубоко ошибаешься. И вот еще одна шестеренка. Я просто гений, ребят. Я... просто гений. Угу.
Да. О, нет. Так, все, обошли капканчик. Ё-моё. Вот что бывает, когда не смотришь под ноги. Так, активируем. И здесь у нас Weapon Key. Наконец-то, господи, я думал, не дождусь я этого Weapon Key. Сегодня у меня респаун не такой уж и хороший, но все же я... ну, почти что профессионал по Грени. Я немножечко там уже поиграл, побродил. И уже знаю, как ее там... вот эту вот манить, обманывать и так дальше и тому подобное. Так, ну наконец-то. Еще она туда придет на шум, а я тем временем пойду за арбалетиком и вырублю ее тоже. Мой любимый арбалетик. Наконец-то. Я тебя очень ждал, если честно. Где ж тебя носило? Так, ждем. Так, пока что просто ждем, ребят. Конечно, на машине намного тяжелее проходить, мне кажется. Так. Так, это мы пока что бросим. И пойдем на третий этаж. Хотя давайте лучше капканчик. Фриз-капканчик — это вообще тема очень крутая. Самое лучшее, походу, оружие. Я его обожаю, если честно. Спасибо разработчикам за такое прекрасное обновление с воронкой. Вот. И спасибо также тем, кто делает моды. Очень большое спасибо. Потому что обычной игре не уже надоело. А те, кто делают моды, они вообще молодцы. Мод это типа как обычная Грэнни, но немножечко приукрашена. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ручка от колодца. Ладненько. Сейчас пойдемте быстренько это все открутим дело. Подкрутим, открутим, не знаю. Там будет молоток или что? Не, ну с помощью молотка мы же открыли доски, поэтому там что-то должно другое быть. В принципе... Поэтому что-то я не знаю, что там вообще может заспавниться в этом колодце. Походу... Слушайте, даже не знаю. Что может еще спавниться? Арбуз мы разрубили. Все, походу, сделали. Или не разрубили мы арбуз? Не, разрубили, да, точно. Точно, точно. Там был ключ от домика, поэтому... Не знаю, что может заспавниться в колодце. Так. И что это? Молоток. Что, блин? А у меня есть вопрос. Как тут может быть молоток, если там у нас закрыты были досками? И... Что, блин? На третьем этаже было закрыто досками. Я нашумел, чтобы бабуля их разнесла. Там была шестеренка, чтобы получить Weapon Key. Weapon Key'ем я сбил вот эту вот штучку. И чё, блин? Как это понимать? Это либо... не, короче. Это, короче, что-то разработчики намутили не то. Это 100%. 100%, ну просто вот 1000000%. Я уверен, что что-то разработчики перепутали, потому что если бы бабулю там не... Иди сюда, моя сладенькая, давай. Молодец! Хороший Пеннивайз. Вообще не понимаю, в чем прикол. Как бы... Так. Давай... Бабуля, не нервируй меня. Давай, давай. И тут у нас птичий корм. Там у нас еще что-то будет прикольное, да? Или это нам ничего не дает? Или дает? Не знаю, не знаю.
Что нам это даст вообще? Прохожу уже 20 минут, как вы видите, по верхнему там углу, поэтому я постоянно вот это вот не убираю, водяной этот знак, потому что я и по таймингу успеваю, в принципе. Когда этого... Ой, водяного знака нет. Нет, тут вообще беспредел какой-то. Сейчас я иду на третий этаж, там уже будем перекусывать щипчиками. И посмотрим, что у нас там. Почему бы и нет? Так. Там у нас гаечный. А, нет. Ключ от сейфа. И что же там она хранит в своем сейфе? Такого интересненького. Это для меня тоже секретик маленький. Так. Так, что у нас здесь? Здесь у нас каркей. Ура! Супер! Идем на победу. Здесь у нас мастер-кей, но он нам не нужен. Мы пока что заправим. Так. Ой, ударила меня. Я так и знал. Вот я просто так и знал. Просто что-то как-то мне не хотелось это все делать. Ничего, день третий. Пока что еще держимся. Пока что... Что это за рука? У меня рука заглючила, смотрите. Нифига себе. Сейчас мы ее заморозим, эту бабку бешеную. Просто вот сейчас тебе придет конец, бабуля, за то, что ты так вот со мной поступила. Я там бензин себе спокойненько наливал. Кто тебя просил меня ударить? Ну вот кто, а? Вот не я же. Так, ладненько, ждем пока что нашу бабулю. Нажимать на паузу я не хочу, потому что я хочу посмотреть, за сколько я вообще пройду это все дело по-настоящему. Ну давай, ну бабуль, не будь, знаешь, таким наглым клоуном. А, идет, идет. Идет, идет. Иди сюда. Умница. Молодец. Ох ты, ё-моё, как меня это все подкидывает. Так, ну давай, давай, продвигайся, кусок мяса. Так, ага, мне нужен арбалет. Да, мне нужен арбалет. А, ну я же и хотела еще бензик. Ну ладно, бензик мы потом дольем. Бензик мы потом дольем. Арбалет мне нужен сейчас. Чтобы сбить отвертку, и там что-то еще будет. Что-то там еще будет. Чтобы сбить отвертку. А хотя можно и паучка закрыть, в принципе. Идемте сейчас лучше паучка закроем. Паучменчика нашего. Хопача. Так, я надеюсь, что я его закрою. Потому что если я его не закрою, то это будет очень печально. Да, yes. И здесь у нас гаечный ключ. Да, это нам тоже пригодится сегодня. Даже очень, потому что нам нужно там тоже подкрутить. Но нам еще нужен padlock key. Это у нас последнее, что нам надобно. Что нам надо сегодня, так это padlock key. И он у нас как раз-таки может быть с помощью отвертки добываемый. Это вообще какой-то респаун непонятный. Я его вообще не понимаю. Дропаем и доливаем. Еще раз дропаем. Все.
И нам остался только Пэдла Кей. Да, ребят. Так, давайте сейчас ее опять же капканчиком вырубим. Как всегда, проверенный метод. Карать бабулю капканом. Это просто райское наслаждение для меня. Так. Берем, бросаем и ждем. Просто тупо ждем. Хотя можно, в принципе, бросить и вот так вот чуть-чуть. Не, не так. А вот так вот. О, идеально. Ждем бабулю. Ждем бабулю, ребятушки. Так. Птичий корм. Можно птичьим кормом нашуметь тут. Бам. Давай, бабуль, топай, ты чё? Чё ты стесняешься? Кого ты стесняешься? Меня стесняться не надо. Идёт, да? Да, идёт, давай. Бац, бац. Опа, ча, раскололась. И идеальненько всё. Два раза она меня подловила, можно даже так сказать, и то по мелочи. Ну ладно, все равно она меня подловила. Хорошо, признаюсь. И даже не по мелочи, потому что я немножечко был самоуверенным, да. В своих действиях и думал, что она меня даже не запалит, не найдет, не услышит. Так. Так, все, есть контакт. И сейчас нам надо сбросить нашу любименькую отверточку. Это такое вот... У меня сегодня будет большое видео. Я постараюсь его сейчас пройти по быстричку, вот, чтобы оно не шло полчаса. Бамц. Так, давай, пролазь ты чё. Так, и мы тем временем сейчас пойдемте это делать тут. И, пожалуйста, Пэдла Кей. Да, вот и он, ребят. Мы сейчас сбежим от этой гадской бабули, от этой гадской души. От этой гадской бабули. Наконец-то. Просто, ребят, наконец-то. Так... Так, нам еще нужен Каркей, который непонятно где. Ага, вот он. Сейчас мы тут нашумим. Я хочу, чтобы ее сбило. Давай. Сейчас идет сюда, мы ее собьем по быстричку. Давай. Сейчас мы ее собьем, ребят. Сейчас все будет супер. Что-то она вообще не хочет идти. Давай, бабуль, ты чё? Идёт. Вау! Мы сбили бабулю, ребят! Вот это офигенски. Вау! Бам! И все, она возродилась. Смотрите-ка. Вот это концовочка.
Полчаса я проходил, ребят, Zend. Что ж, ребят, вот такой вот у нас сегодня был видосик. Полчаса я его проходил, конечно, это очень для меня позорно, но ладненько. Я впервые прошел на машине, ребят, с вами был я, Дмитроза. Мы сегодня обозревали мод Granny Pennywise. Всем пока-пока.